Всем привет! Вы смотрите видео-версию сайта «Моя Москва онлайн». Павел Дуров предупредил об опасности использования WhatsApp. Как сообщает РИА Новости, создатель Telegram Павел Дуров заявил, что WhatsApp влечет для пользователей ряд угроз. По его словам, при смене смартфонов пользователи часто оставляют резервные копии данных в облачном хранилище, при этом данные не шифруются. Дуров сообщил, что источником для угрозы тайной переписки могут быть бэкдоры. Это приложения, выявляющие изъяны в безопасности. Он уверен, что разработчики пошли на это под давлением правоохранительных органов. Также Дуров напомнил, что за последний год было найдено 12 таких сбоев. WhatsApp. На этом у меня пока все. Больше свежих новостей на сайте mymsk.online. До скорого!